Анонс и точно дата выхода 30-й серии турецкого сериала «Зимородок». 30-я серия сериала выйдет в эфир 28 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как ссора Казыма с Ферит усложняет отношения Сейрана и Ферит. Абидин рассказывает Соне, что он уволился с работы, и о том, что произошло с Ферит, и просит ее выйти за него замуж. Вслед за Феритом о Соне и Абидине узнает и Сейран. Сафет Ага берет Сафета и его брата Тарыка и отправляется на встречу с Казымами. Пока Суна беспомощная перед лицом всех этих событий, Сейрана ожидает сюрприз. В то время как гнев Халис Ага на Казыма приводит к разрыву между ним и Хатучем. И Факат продолжает тщательно реализовывать свой план. Ферита подстерегает не одна опасность. 30-я серия сериала выйдет в эфир 28 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.